Сейчас в мире выходит более 100 тысяч научных журналов, и ежегодный прирост литературы на земном шаре составляет более 60 миллионов страниц. Только научно-техническая литература за одну минуту печатается 3000 страниц. Растет армия читателей, увеличиваются затраты времени на чтение. Проблема усвоения печатной продукции ⁇ одна из важнейших. По свидетельству специалистов, люди используют только 2-3% накопленных за всю историю человечества знаний, а объем их увеличивается вдвое каждые 50 лет.